Другие вести. Сначала страусы появились у Эльбруса в верховьях Кубани, а теперь они бегают по берегам Зеленчука. Фермеры карачаева черкеси получают новый опыт в птицеводстве больших размеров. Выгодно ли это дело, разбирался Руслан Куркмазов. Как вы решили завести страусов? На этот вопрос у хозяина этих птичек Умара Гапоева душевный ответ. Ёкнуло, так скажем, <laughs> и захотел завести. Обычно страусиная семья – это страус, глава семейства, и две его страусихи. Но у этой страусихи другая судьба. У нее есть глава семейства и молодой поклонник в заточении. Она приходит к нему и, как в шекспировской трагедии, перьями машет и дает надежду на светлое будущее. На Зеленчукском побережье у африканских страусов все по-другому. В теплых странах страус сам заботится о гнезде, где его страусиха отложит яйцо. А на Северном Кавказе импозантный страус считает, что у страусихи должно быть свое гнездо, как невеста с квартирой. А потом со страусов очень даже дорогое. Страусенок стоит почти как теленок выведенный птенец или страусенок ну, весит почти, почти килограмм. Недельный страусенок, в общем-то, может стоить 5-7 тысяч рублей. Страусы выгодны. Килограмм мяса стоит 600 рублей. На вкус, как нежная телятина, поэтому блюда получаются изысканными. А как долго надо ждать, чтобы страус пошел на мясо? Обычный забойный возраст страуса – это где-то около года. Потому что страус за год набирает тот рост, который вы сегодня видите. И сколько весит такой страус? Взрослый страус-самец 120, 130, иногда 150 килограммов. В зависимости от того, наверное, как кормишь. И, конечно же, интересна себестоимость такого дорогого мяса. В среднем страус потребляет около 2 килограммов зерна. В день? в сутки, да, в сутки. В весенний летний период, когда они пасутся, они э, могут на подножном корме, как говорится, с весны до осени. В прошлом году они у меня целый э, с весны до осени паслись, я им ничего не давал. Но у страусов самое ценное – это не мясо. Бесценной является кожа. Из нее дизайнеры делают обувь, сумочки, кошельки и верхнюю одежду. Кожа стоит от 60 тысяч рублей. А из кожи одной птицы можно шить дюжину-туфель, а пара мужских туфель стоит от 40 тысяч рублей. У страусов выгодно даже перья. Дизайнеры создают сумочки и свадебные платья. Но перья вот еще чем полезны. Из э, мелких перьев, перьев, которые на теле, это э, из них получаются очень хорошие щеточки для... Э, пользуются художники. Потому что очень нежное перо, и, видимо, они знают. Если заинтересовалось страусиное хозяйство, вот полезный совет от опытного фермера. Чтобы у страусов не было стресса, на каждую семью необходимо минимум тридцать соток земли. Эти птички не любят самоизоляцию. Им нужен простор для создания здорового потомства. По объему одно страусиное яйцо вмещает в себе 25 куриных яиц, но по стоимости оно в 5 раз минимум дороже. Вот это яйцо, которое гарантированно не оплодотворено, стоит от 1000 рублей. Но если производитель дает гарантию, что оно оплодотворено и страусят можно ожидать, оно может стоить до 2500 рублей. Руслан Куркмазов, Руслан Харченко, Страусиные вести Зеленчукского побережья.